Детские пособия будут платить автоматически до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление. Напомним, дополнительная поддержка полагается тем, у кого доход на человека в семье не превышает 2 прожиточных минимумов. С весны начисление средств происходило автоматически, без визита в органы соцзащиты и пенсионный фонд. Но такая норма действовала до октября. Теперь упрощенный порядок продлен на время высокой коронавирусной угрозы.